19 апреля возможны кратковременные приостановки трансляции 20 цифровых и аналоговых эфирных каналов, а также FM-радиостанций. Связано это с плановыми профилактическими работами на телепередатчиках Ульяновской области. Работы будут проводиться с 3 до 12 часов первой половины дня. Подробный график размещен на сайте смотрицифру.рф в разделе «Кратковременное отключение трансляции», а также в кабинете телезрителя и в мобильном приложении «Телегид» во вкладке «Вещание».